Тюльпан авокадо относится к группе триумф. Высота растения до 50 см. Цветок бакаловидный, крупный. Окраска цветка – ровный желтый цвет, коричневые стебли, который имеет желтую подбивку. Высота бокала цветка до 15 см. Тюльпан триумф авокадо – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан триумф авокадо можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан триумф авокадо в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан триумф авокадо – самоопыляемый обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.